Real Talk — это довольно уже не новая игра, и за все время ее существования, а именно 3 года, потому что ее сделали в 2021 году, о ней выявилось много разных стереотипов, о которых я расскажу вам в этом видео, потому что это видео называется «Топ-5 стереотипов Real Talk». И, кстати, у меня есть одна новость. И, собственно говоря, новость в том, что в моей команде появился новый участник. Арсюха, заходи сюда. Знакомьтесь, привет, это Арсюха. Мы знакомы с ним с первого класса. Ну что ж, теперь мы можем начинать. Самый банальный из всех стереотипов — это то, что кругом одни мини-гейм-скиды. И отчасти это так и есть. Но не полностью. Поэтому это 5-е место. Ты будешь играть мини-игры? Ты будешь играть мини-игры? Чел, нет. Нет, чел, это отстой. Ё-мо, ты откуда взялся? Нет! Нет, отвалите от меня! Нет! Нет! Нет, хватит! Нет! Это ж кто еще? Менее банальный стереотип то, что в Real Talk играют только дети. Да, большая часть игроков — это дети, но также среди игроков можно встретить и подростков, а иногда даже взрослых людей. Нихи, нам тут магазин отстроили. Ага. Интересно, что пацанам будет? Смотри, какая футболка прикольная. Смотри, вот эта футболка... Имба для огорода. Вот эта футболка имба, потому что я ее с фикс-прайса взял за полцены. Вот это... Хрена. Это сазона лимитированная. Таджик сказал, что вообще класс. Вот там какие парни стоят, надо бы с ними познакомиться. Я реально говорю, какая класс футболка, вот. Да я говорю, на рынке вот такую же у бабы. Подожди, я такую. Малой, что тебе надо? Да. Весь Real Talk держится только на донате. Отчасти это так. Иногда можно встретить лютых донатеров с маминой карточки, но большинство игроков просто усердно копят шанироксы без доната. Эй, ты! Посторонись, бедность, я пойду сейчас покупать шаники. Это что? Моя карта! Моя! В Real Talk немало читеров в мод-меню, и это так. За 2024 год в игре появилось много читеров, которые тагают весь лобби за секунду с помощью мод-меню, ставят все космические лонгармы и все в этом роде. Какой хороший день, чтобы пожарить маршмеллоу. Какой вкус. Ой, какой снежок у меня. О, уже корочку видно. О, куда полетел? Ты чё, офигел что ли совсем? Я на тебя обиделся. Да чё за фигня такая? Где мой жук? Токсики. Все думают, что в Real Talk дофига токсиков. И это правда. Сейчас в игре полно токсичности, и это довольно печально, потому что добрых игроков встречается все меньше и меньше. И именно поэтому это на первом месте. Ах, какой же хороший морской запах.
свежий с морской лавки. Но моя роза тоже неплохо пахнет. Ты воздуха, мэн, дышь, макака. Моя роза! Говно! Эй, мы еще не закончили! Ну вот и весь топ-5 стереотипов Горилла Таг мы вам и показали. Но это еще не все для вас. Да. Мы это 2 дня снимали топ-5. Я знаю. Мы подготовили топ неудачных дублей с этих съемок. И поверьте, их было много. Так что приятного просмотра второй раз. Ради этого видео Колтос потратил свои 500 шайнироксов и купил Party Head. И он тоже покупает. Я купил. Мне свой телефончик. Думчик тоже купил. Ты будешь играть в мини-игры? Чё? Нет, чел, это отстой. Не-не, стой. Ты должен прям... Настай, ты должен прям долго говорить. Пока. Ты будешь играть в мини-игры, повторять. Нет, ты пойдешь играть в мини-игры. Ты будешь играть в мини-игры. Нет, ты откуда взялся? А? Так, стой. Колтос, ты почему молчишь? И ты, короче, говоришь, что это какие-то прикольные игроки, нужно с ними подружиться. Так, тихо, там. Мне скоро в кошмарах будет. А теперь... Я не могу долго смотреть на лицо гориллы, ну почему оно такое... Так, тихо, уйди оттуда. Не-не, слишком высоко, пониже. Давай еще раз. Не-не, стой, ты не понял немного. Вот. Ну, листья плавают. Что это было? Давай еще раз. Тоже. Короче, берите другого. Ох, какой... Почему это было похоже, будто у тебя Жигуль завелся? Так, тихо, мотоцикл. Абраган. Абраган.